Доброе утро, мои любимые. Доброе прекрасное утро. Не знаю, сколько время. Открываю глаза, и Буся встает у меня с головы. Привет. Привет, мои любимые. А у нас понедельник, день веселый. Пусюся, понедельник, день веселый. Солнышко на улице, красота. Надо вставать. Не знаю, сколько времени. Правда. Даже примерно. Не знаю. Орёт. Как же ты достал с твоими кобелями? Он помахал мне ручкой. Красота. Ниночка гуляет. Какая умница. Доброе утро, Ниночка. Доброе, прекрасное утро. Лохматая я, сонная. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Да-да, у меня утро. Я уснула в 5 утра, а по-хорошему мне вставать нужно в 5 утра. В общем, опять что-то у меня не то. С режимом снова надо настраивать, если я думаю устроиться дворником. И вот проснулась в 11, капец. А у нас с вами понедельник, день веселый. А веселый он от того, что Людочка сегодня выходная. Не забудьте поздравить Виссариона, Иллариона и Фёклу. Вы знаете, что у меня маму моего отчима звали Фёкла. В 3:44 встало солнышко, 23-й год, июнь, 19-е, понедельник. А с другой стороны у нас пишут: полезные блюда из хрена. Это нужно послать этому мальчику, который просил у меня с другой стороны читать. Но он мне не прислал еще адрес. А, красота. Надо кормить Бусю. Не знаю, чем. Надо идти в магазин. Сколько всего надо. Может, у меня есть тут в холодильнике курочка, кусочки ей отрезать. Буси. Отрезать кусочек курочки, Буси. Такая, да такие, да такая. Ой, как неприятно ковыряться в курочке утром. Хотя, если это все смотреть. Кто там? Кто там пришел? Это никто не пришел. Это наш Хоритик с ума сошел. Хорита! 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 Привет! Зевает. Ладно. Надо отрезать кусочек курочки. Сейчас возьмем досточку.
лапку отрежем. Булочечки. Курочку. Вот я купила спинки вчера. Так. Берем ножичек. Так. Смотрите, какой огромный. Классный ножик, кстати, очень хорошо режет. Дарина, Тати. Кто-то мне звонит. Мои любимые. Отстаньте. Я занята. Позвоните попозже. Дарина, Тати. Да-да-да-да. Дарина, Тати. Да-да-да. Утро начинается. Начинается. Сейчас отрежу. Вот, мои любимые, отрезала несколько куриных кусочков. Не хочется их уже трогать ручками. Я ручки помыла сейчас. Попробую гуси дать. Пока схожу в магазин, чтобы она не помирала. С голоду. Я ее 2 часа покормила ночи. Ну, сейчас уже 11-9 часов не ела, девочка. Бусь! Бусь-бусь! Бусь-бусь! Ты тут? Я думаю, где моя девочка? Любимая. Иди сюда. Иди, бусь-бусик. Иди, мой бусь-бусик. Иди, дам тебе курочки. Куда ты запрыгнула? Иди сюда. Тут у тебя есть кормик, я положила. Ты его что-то не ешь. Пришла. Ну, давай. Пришла так пришла. Может, мне и трогать не придется. Будешь тут? Так иди тогда сюда на пол. Не надо никуда его кидать. Кушает. Я думала, после этих всех ароматизированных, как их называют, кормов, которые она ест. Думала, может, она и не будет после вот шебы, еще чего-то. Нет, ест, потому что голодная. Что так получилось? Сейчас пойду куплю ей кормик. Мне Леночка написала. Леночка же, спасибо тебе большое, написала мне, какой корм ей надо взять. Пурина или что-то. В общем, я потом посмотрю еще в сообщении. Сейчас пойду в магнит и возьму. У меня тут все цветочки расцвели, смотрите. Белюсенькие. Белюсенькие, красивенькие. Видите? Расцвели. Красота. Тройка. Семерка, туз. Бусь-бусик. Ну, видите, кушает курочку. Нарезала ей маленькими кусочками. Сбалансированный корм. Не только же эти корма. Курочку тоже надо. Там тоже какие-то витаминки, наверное, есть для нее. Реально, я ее вычесывала ночью. У нее вообще уже нету, это как называется, сухой такой кожи, как раньше. Раньше вычесывала. Вон, у меня чесалочка. Раньше вычесывала, и у нее так все белое, это кожа. Мне Юлька сказала, может, ей тактильности не хватает. Да что? Я ей с утра до ночи делаю массажик, наглаживаю ее. Всего ей хватает. Она очень счастлива.
Кушай, моя птичечка любимая. Кушай, мое солнышко. Ну, а я сейчас в магазин побегу. Всем божественного утра. Ну, у кого-то уже день, а не утро. Очень-очень-очень люблю вас, мои хорошие. Мне надо было по-хорошему созвониться с женщиной там. Это которая там главная у них. Уехала отдыхать в отпуск. Когда я ей звонила по объявлению, она говорит: «Ириночка, я в аэропорту улетаю». Кто-то она мне сказала, улетает то ли на Гавайи, то ли в этот самый. Или не во Вьетнам точно, то ли на Шри-Ланку. Даже не помню. Вот, и мне по-хорошему нужно было позвонить утром сегодня. Но утром я только уснула. Ничего страшного, сейчас позвоню. Вот, она мне дала телефон, там ее уборщица, которая там уборщица работает. Она говорит, позвоните, она вам все покажет, территорию, которую нужно убирать, все расскажет, покажет вам, где ваша комната, в которой весь инвентарь. И мы даже можем вам жилеточку выдавать, такую, как она называется, едучего цвета. Видите, все съела. Вот такая умница. Ладно, мои хорошие. Всем божественного утра. Правда, я еще не раступлилась. Такая, сколько я поспала? Ну, от силы 5 часов. Потому что в 5 я еще засыпала, слушала какую-то мантру и какой-то ролик про осознанность и еще что-то. И так слушаю. И думаю, зачем мне это нужно, если все это и так уже есть. Девочка беленькая тоже. Как ангелочек пошла. Люблю вас.